Яйцо куриное. Довольно сложно переоценить важность такого продукта питания, как яйцо куриное. По количеству самых разнообразных, полезных для человеческого организма элементов яйца занимают одну из лидирующих позиций. Куриное яйцо – один из немногих известных людям продуктов питания, которые усваиваются организмом на 98%, в отличие других продуктов, которые могут оставлять продукты распада и токсины на стенках кишечника. Яйцо куриное состоит из высококачественного легкоусвояемого белка, значительной доли жира, зольных веществ, минеральных элементов и крайне незначительной, менее 1, доли углеводов. Состав куриного яйца – это разные элементы в различных частях продукта. Та часть, которая имеет полужидкую, вязкую структуру прозрачного светлого цвета. В термически обработанном виде, непрозрачного белого. В обиходе так и называется – белок. Пищевая ценность яичного белка – самая высокая из всех белковых продуктов животного происхождения. Основная жиросодержащая часть яйца – это желток, желтая и круглая непрозрачная серединка. Состав яичного желтка – просто кладезь витаминов и ценных элементов. Однако крайняя жирность яичных желтков неизбежно влияет на уровень холестерина в крови, и чрезмерное их употребление может вредно отразиться на состоянии сосудов. Не стоит обходить вниманием и яичную скорлупу, твердую оболочку яйца. Состав яичной скорлупы является рекордсменом по содержанию микроэлементов фтор, фосфор, сера, цинк, медь, железо, молибден, марганец, кальций. Одна скорлупа средних размеров содержит порядка 2 граммов кальция, необходимого для костей. Также в химический состав куриного яйца входит витамин Витамин Е – практически полная линейка витаминов группы В, ниацин, токоферол, тиамин, рибофламин, фолиевая кислота, йод, кобальт. Полезные свойства яиц куриных обусловлены содержащимися в них веществами. Они препятствуют образованию катаракты, укрепляют нервную систему, благоприятно влияют на состояние костей, суставов и хрящей, повышают умственную работоспособность. Яйцо куриное обычно употребляют в пищу в термически обработанном виде, вареном или жареном, а также добавляют при приготовлении других продуктов, в частности, выпечки, кондитерских изделий и так далее. Ранее яйца часто употребляли и в сыром виде. Это один из способов укрепить голосовые связки, как известно из народной медицины. Но тем не медики не рекомендуют такой способ употребления из-за риска наличия в яйцах куриных возбудителей различных заболеваний, например, сальмонеллы. Куриные яйца должны быть обязательно термически обработаны. Толченая яичная скорлупа часто принимается в качестве пищевой добавки.